Это Криштиану Роналду, и он постоянно проигрывает FIFA 16. Но все может изменить продавец монет Ваня Мухин. Реактивная доставка и приятные цены. Покупай и побеждай! Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games, и я приветствую вас в рубрике «Прогноз». Да, ребятушки, сегодня у нас очень оригинальный, скажем так, прогноз, потому что матч Лиги Европы, возможно, будет интереснее или громче по вывеске, чем все матчи, которые были в Лиге Чемпионов. Да-да, не удивляйтесь, такое действительно сегодня случится. Такой вот сценарий мог написать только сам футбол. Как говорится, пожалуй, никто не высказывался лучше про эту жеребьевку Лиги Чемпионов, чем сам Юрген Клопп. Кто бы мог подумать, что со своим бывшим детищем он встретится меньше, чем через год после отставки. Понятия не имею, кто в этом противостоянии победит, но уверен в одном, матч Боруссии с Ливерпулем будут потрясающие. Всего клубы встречались между собой трижды. До матча прошли на групповом этапе Лиги Чемпионов в 2001 году, а один в финале Кубка Кубков в 1966. Та встреча завершилась победой дортмундцев со счетом 2-1. Боруссия может сейчас смело бросить все силы на Лигу Европы. Второе место в Бундеслиге от нее уже никуда не денется, а Бавария не тот клуб, который упустит 5-очковое преимущество за 6 туров. Хотя на самом деле может быть все что угодно, но все-таки вряд ли. А вот у Ливерпуля в премьер-лиге дела обстоят весьма плачевно. Победа в Лиге Европы фактически последний шанс, чтобы зацепиться за Еврокубки в следующем сезоне. Ну и по мнению букмекеров, фаворитом является бывшая команда Клоппа 1.57 на победу Боруссии и 6.09 на победу Ливерпуля. Вот такие расклады у нас в матче. Ну и я, наверное, попытаюсь сыграть первым номером в этой самой встрече. Я играю сегодня за Боруссию, хотя на самом деле я очень долго думал, за кого же сыграть, может быть, все-таки поддержать англичан. Но нет, ребят, это, наверное, во многом такой вариант, когда я буду действительно болеть за красивый футбол, что та, что другая команда мне достаточно симпатична, но Ливерпуль это все-таки такие исторические соперники для Манчестер Юнайтед, а вы все прекрасно знаете, что я болельщик Юнайтед, хотя я уже не раз, по-моему, говорил, и даже не два, что у меня отношение к Ливерпулю очень даже неплохое, как бы там с Манчестером у него дела не складывались. Поэтому и за ту, и за другую команду буду переживать. Хочу увидеть классный, просто офигительный футбол. Хочу увидеть сумасшедший перформанс. Хочу увидеть сегодня, как два стана болельщиков, ну, полностью стадион Дортмунда и часть болельщиков из Англии будут петь «You Never Walk Alone» одновременно. Ник, который картавый футбол, сказал, что это такое впервые случится, но такое на самом деле не впервые случится, это уже было, и болельщики «Глазго Рейнджерс». Это может быть гол? Да ладно! Ну там офсайд был. Ну Миньоле сейчас сумасшедший сейв делает. Кастро, да, не забивает. Классный такой момент. Но все-таки флажок был поднят арбитром. Да, конечно же, было положение вне игры. Так вот, Глазго Рейнджерс и Ливерпуль... Ой, не Глазго Рейнджерс, прошу прощения, Селтик, конечно. Шотландские встречались с Ливерпулем как-то в Лиге Чемпионов. И такое я вот лично на своей памяти уже видел. А вот теперь не было никакого офсайда. И, конечно же, Абамиянг забьет. В такой ситуации 1-0, Боруссия впереди. Ну, ничего удивительного. Ливерпулю сегодня придется столкнуться с сумасшедшим просто давлением с начала игры. И вполне возможно, что именно вот такое может их ожидать. Боруссия, наверное, одна из лучших команд в этом розыгрыше. По игре в атаке и по количеству забитых мячей. Я лично, вы сами знаете, был на одном из матчей вживую. Боруссия в Краснодар приезжала, и посмотрел я на эту команду. Конечно же, без ее лидеров, к сожалению, на тот момент для меня, к сожалению, и для Лехи, который был со мной, и который сейчас вот находится на финале Кубка Гагарина, где его любимый ЦСКА пока после первого периода проигрывает Магнитогорскому Металлургу 1-0. Так вот, к нашему сожалению, Боруссия уже тогда себя обеспечила выход из группы. И лидеров, таких как Ройса, Абамиянга,
они просто с собой на выезд в Россию не взяли. Мхитарян был, но это вот единственный, наверное, звездный более-менее игрок. Хотя там и Хумель сыграли, и все остальные. Ну, наверное, в большей степени хотелось увидеть лидеров нападения Боруссии. Но вот их вживую мы не смогли наблюдать. И вот в том матче именно Боруссия проиграла. Но это вот была такая... Такое исключение, скажем, из правил. Не самая лучшая игра. Хотя и в той игре у Боруссии было просто уйма моментов, где они должны были поражать ворота. Ух ты, еще раз мяч выносится из пустых ворот. И вторая волна атаки. Но здесь рикошет и мяч в руки Миньоле прилетает. Голкиперу, который... Последнее время, как бы за него не я и кто-то еще не заступался, но все-таки действительно подсдал немного. Немного подсдал, да, он бывает выручает команду, но раньше он делал для своего клуба больше. Это обидно, это печально. Возможно, придется в следующем сезоне Миньоле работу искать себе новую. Но пока на данный момент... ничего не потеряно. То есть, сыграя вот в этих важных матчах сверх своих возможностей. Но, честно могу сказать, как бывший вратарь, ну, бывает, что, ну, просто в некоторых моментах невозможно вообще ничего сделать. То есть, ты как бы, по идее, можешь... Ух ты, вот сейчас вот Бюрки вот в борьбе, а рукой все-таки дотянулся. Ты как бы можешь, да, и кажется, что можешь. Но вот настолько эти сантиметры решают в воротах все, что, по идее, кому-то, может быть, со стороны даже покажется, что ты бы мог дотянуться. А с другой стороны... для тебя это точно было невозможно. Поэтому вратарей здесь вот можно считать, конечно, половиной команды, но все-таки не так, как, например, в хоккее, где вот вратарь действительно может просто всю команду на себе вытащить. Вот такая вот точка зрения у меня по этому поводу. Почему я, кстати, заговорил про игру вратарей? Просто тут недавно со своим другом обсуждали игру Барселоны против мадридского Реала. Да, Эль Классика, то всем известная, нашумевшая. И это единственный человек, от которого я услышал претензии к Браво. Ну, он, возможно, конечно, в большей степени поддерживает позицию Терштегена. Того, что молодой немецкий голкипер очень мало играет в Барселоне. И пора бы ему уже и место в основе в чемпионате предоставлять. Но все. Все-таки получилось так, что он обвинил Браво в том, что он... Вот как бы вы, да, вроде никто не обвиняли, вроде. Ну, что там Браво мог сделать? А вот он считает, что Браво ни разу не выручил. То есть он как бы вроде все, что надо, вытаскивал, а вот где мог бы чуть больше, он этого не сделал. И этого уже недостаточно для голкипера экстра команды. В чем-то, наверное, он прав. Да, даже взять тот момент с незащитным голом Гаррета Бейла, где, ну, удар был в ближний все-таки угол. Гол в итоге не засчитали, а осадок небольшой остался. Вот так вот. 1-0 у нас 44-я минута встречи. Ливерпуль пытался мяч немножко под контроль взять. У них это даже получилось, но без опасных моментов. А вот у Дортмунда... есть быстрые переходы из обороны в атаку. Вот пример одного из них. Ну а кто в центре поможет? Пьер-Эмерику. Вот Ройс. Но чуть-чуть он до мяча не дотянулся. Абамиян классный пас давал на набегающего партнера. Первый тайм. Свисток 1-0. Хозяева впереди. Посмотрим, что нас ждет во втором тайме. Сигнал Идуна Парк, естественно, переполнен. Два удара всего было в створ ворот, а у ливерпульцев их вообще не было. Ну что ж, второй тайм, и давайте, наверное, уже выберем обычную схему игры, потому что, ну, играть от атаки – это прерогатива вот первых нескольких минут в первом тайме, скорее всего, минут 20-25. Не знаю, как сложится игра. Вот это был момент у Ливерпуля. Вот это сейчас был момент. И как можно было здесь... Здесь нужно было хотя бы в створ попадать. Ну вот и первый удар по воротам. Бюрки. Абамиянг выигрывает воздух. Но до мяча
его партнеры не добрались. Каутиньо, по моему мнению, лучший на данный момент в Ливерпуле. Я думаю, не только по моему мнению. Удар! Бюрки! Что это было? Вот она игра вратаря. Я не знаю, возможно, там был рикошет. Но Ливерпуль забивает свой мяч. И это мяч имени Каутиньо. Смотрите, двое его накрывает, он делает великолепный пас. Нет было. Никакого рикошета не было. Да, голкипер Боруссии пропускает мяч между ног. Ну вот, вратари нового поколения FIFA 16. Ориджи забил этот гол. И 1-1. Вполне предсказуемая ситуация. Обе забьют. Многие именно так и считают. Это для любителей ставочек. Ну а теперь пора опять переходить в атаку. С другой стороны, я не знаю, может быть, здесь стоит и задуматься о том, что ничья тоже неплохой результат. Да нет, этот счет сейчас, конечно, в пользу ливерпульцев. Они забили гол на чужом поле, и такая ситуация, я думаю, команду Клопп вполне устроит. Вот очень будет интересно посмотреть, как будет сегодня себя вести Юрген Клопп. Наконец-то я и к его персоне вернулся, удар, но здесь мяч мимо ворот. Эмраджан бил по воротам. Так вот, если Ливерпуль забивает, как будет реагировать Юрген Клопп? Обычно футболисты не празднуют свои забитые мячи, а вот тренера. Будет мне прям интересно посмотреть, особенно вот эти забеги по кромке поля. Как вообще будет Клопп на все на это реагировать. Короче, увидим. Если Ливерпуль забьет, мы с вами это увидим. Поэтому хочется, чтобы Ливерпуль забил ради того, чтобы посмотреть на реакцию Юргена Клоппа. Понятно, что праздновать победу со своими подопечными он будет. Но вот праздновать забитые мячи, я почему-то в этом не уверен. Ну и плюс, конечно же, сегодня Клопп получит сумасшедшую встречу от болельщиков. Это уж вы не сомневайтесь. Потому что здесь я вам могу на 100% подтвердить. И если вы видели мое видео с поездки в Краснодар на матч Боруссии с именным клубом ФК Краснодар, да, то должны были обратить внимание, там в баре, где мы после игры сидели с Лехой, там были болельщики Боруссии, их приличное число приехало в Краснодар. Так вот, эти самые болельщики, увидев, что по экранам начался матч Ливерпуля, а Ой, если честно, даже не помню. Что-то там интересное было. Ой, нарушение правил. Что-то интересное было там. С кем-то Ливерпуль классный матч в Лиге Европы тоже играл. И болельщики, ой, как они начали просто скандировать. Боруссия Дортмунд болельщики начали скандировать Юрген Клопп, Юрген Клопп. И это действительно смотрелось. Не помню, попал ли этот кадр на видео или нет. Скорее всего, нет. Но в любом случае, уж можете мне поверить, это было. Ой-ой-ой, какой обрез! Какой обрез, надо назад возвращаться практически всем. И как можно быстрее. Бинтеки, передача. Старич еще дальше на край переводит. Ну и что, Сократис? Нет, тут Бурки заберет. Заберет. Давайте заменки сделаем, потому что чувствуется, есть у нас уставшие. Так, ну что, Гюндоган, иди отдохни, мы выпустим Кагаву, Нуришахина вместо Кастро. И, наверное, пока хватит. Уж такое нападение менять совсем не хочется. Абамиянг. Ах. Надо ждать партнеров. Миньоле ошибается, голкипер Ливерпуля. Что это за удар? Ну, да, вот чувствуется, устали. Не успел замены я сделать. Если бы сейчас там был Кагава, то, может быть, японец пробил бы поинтереснее по воротам. Старич, на него идет Хумельс. То есть тут двое против него. И англичанин делает подачу, но на аут мяч уходит. И сейчас Боруссия сможет сделать замены. Я так понимаю, не только Боруссия сделала замены. Ливерпуль, наверное, тоже кого-то поменял.
Бумиянка еще раз головой. Нет. Не дотягивается до мяча. А я вижу, что ЦСКА забивает гол. Да-да-да-да-да. В хоккее второй период начался. И армейцы забили гол. Сейчас я... Ай, как не хочется отвлекаться. Но это важный... Важный момент. И там, и там... Ай-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не увидел я, кто забил. Выбейте мяч, пожалуйста. Просто выбейте мяч. Не пойму. Ну да. И не понять, с этого у меня повторок тоже забил. Но главное, что забили. 1-1, ЦСКА, Магнитогорский Металлург. Любимов, да, я так понимаю? Не, Андронов. Андронов, Сергей Андронов, да, забивает шайбу. ЦСКА сравнивает счет. Это для любителей хоккея, я думаю, их много. Я кидал в группу ВКонтакте сегодня Лехина фотографии и видео перед матчем. Так что, если вы на группу не подписаны, то обязательно подпишитесь, посмотрите. Там есть и Кубок Гагарина, и все такое. Ой, хороший мог получиться момент. У нас уже добавленные 2 минуты идут к основному времени, и они даже уже заканчиваются. 1-0, Боруссия... А, 1-1, прошу прощения, почему 1-0? 1-1, вот так вот именно закончился матч. По-моему, в прогнозе от Фифера кто-то поставил на такой счет. Да, по-моему, Ваня Лавсингер именно на этот счет поставил. Посмотрим, сбудется ли мой и его прогноз, получается, на этот матч. Не забывайте также подписываться на канал, подписываться в паблик ВКонтакте. И до скорых встреч, всем пока!